сломаться, когда все против тебя. Ну что же мне делать? Есть один вариант. Это иностранные усыновители. Это же неправильно. Где найти силы, чтобы остаться с собой? Я не буду отдавать своего ребенка. Пустить в жизнь мечту плюс любовь. Значит, шансы все-таки есть, что все будет хорошо. Продолжение смотрите завтра. Тяжелая утрата для российской культуры. В ночь на четверг на 89-м году жизни скончался Алексей Баталов. Прославленный актер, народный артист СССР, режиссер, выдающийся педагог.